С 12 апреля началась реализация путевок в летние оздоровительные лагеря Балаковского района. В этом году стоимость путевки и в «Ласточку», и в «Салют» составит 16 275 рублей. Но эту сумму родители школьников Балаковского района оплачивать не будут. 50% стоимости путевки будут платить все родители. 20% от стоимости путевки оплачивают родители, работающие в государственных учреждениях всех форм собственности – автономные, казенные, бюджетные и так далее. 10% стоимости путевки будут оплачивать родители, которые работают в муниципальных учреждениях всех форм собственности. В каждую смену «Ласточка» может принять 518 детей, «Салют» – 140. Возраст отдыхающих – с 6,5 до 15 лет включительно. На летнюю оздоровительную кампанию в этом году направят более 29 миллионов рублей, на 5 миллионов больше, чем в прошлом году. Эти средства будут направлены на возмещение затрат приобретения льготных путевок, на подготовку летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, которые будут организованы при школах, и на укрепление материально-технической базы. Обследование лагерей уже проведено, и как только позволят погодные условия, приступят к благоустройству. В этом году крыши домиков выдержали снежную атаку, поэтому глобального ремонта не требуют. К тому же каждый год комиссия выявляет объекты, которые необходимо привести в порядок, и это делается согласно плану. Особое внимание не только домикам, но и гигиеническим комнатам. Про «Салют» скажу следующее, что там установлены санитарно-гигиенические блоки, которые соответствуют всем требованиям. То количество, которое там установлено, оно достаточно для того, чтобы обеспечить условия для всех детей, которые будут и в первую, и во вторую, и в третью смену. То есть вопросов не возникает. В «Ласточке» мы приобрели и установили блочные санитарно-гигиенические помещения для того, чтобы тоже обеспечить условия. Пока на данный момент этого достаточно. Сейчас решается, кто будет обеспечивать детей питанием. Педагогический состав уже известен. По договору с детской поликлиникой будет функционировать медицинский кабинет. Охранять безопасность ребят будут сотрудники ЧОПа. Пляж проверят уже после схода воды. Первая смена будет с 10 июня по 30 июня. Вторая смена – это с 7 июля по 27 июля. И третья смена с 3 августа по 23 августа. Активный этап благоустройства лагерей начинается уже на днях, и к концу мая оздоровительные центры уже должны быть приняты специальной комиссией.